Андрей, я привез уже два мешка горох. Дробленкой сделать. А он его как в муку превратил. Вот а бабушки будут рады. Я говорю, Володя, если дам сигнал, это значит, Андрюша согласился. А то ли разрешит, то ли нет. Ну, я еду говорить. Вот я приехал. Вот, нам, когда деревья начинали строить, советовали назвать Лапкино. Но мы говорим, нет. Улица Марии Лапкина, это достойно. Мы объяснили это райисполкому, краевой совет. Мать героиня, 10 детей воспитавшая. Три брата родных на фронте погибли. А муж Тихон Дмитриевич, инвалид Отечественной войны второй группы, пожизненно был, умер теперь уже. А это память о предках, Потеряевка. Первые были Потеряевы. Библия об этом Сирахова говорит, и память их в веках. Ну, Володя, идет, это нетрудно. Давай. Договорился, все. Но насыпать он сейчас не будет. Она горячая, говорит, а то у вас в мешках она опотеет. Я попрошу сейчас его включить, чтобы посмотреть, как будет работать. С удовольствием, при том, очень радушно приняли нас, брат Андрей. О-о-о. Попроси его включить, маленько подсыпать, помоги, чтобы я показал. Ты сначала покажи, какой там. Ты на минутку включи, чтобы я показал, как работает система. О, видишь, как свет тут нету или есть? Свет? Свет дать. О, вот смотрите, как Господь позволил. Бросовый горох собрали, и тут нам помогают. Ну как? Ты что дробишь, тебе платить что-то надо, нет? Смеется. Посмотри, в ладонь возьми, гляди еще, во что горох превратился. Это как будто кукурузная крапа. Это вообще. Вот только включи маленько. Включить что? Закрыть надо. Закрыть, насыпать. Ну. А потом он заберет. Где оно? Потому что я думаю, он теплый, надо, чтобы чуть-чуть остыл. Да, да. А то запреет. Покажи, какой горох. Вот он какой. Это новый, стоящий. Больше метра высоты растет и не падает в стебель. Такого не видал. Сейчас, у меня тут заткнут. Ну я ведром прям беру. Ну. Ну как, очень просто. Включаем, пошел.
Андрюша, никак не ожидал я, что такая красота. О. А как ты оттуда выгребаешь? Прям ведром? Вот этим. А, вон что. Да. Ну, понятно. О, мусор. Я на стол там выставлю такое и такое, за тебя молиться будут. Ну, это бывает, попадают у нас там эти, от самого гороха, стебель маленький. Да как купишь кашу в магазине, там сперва ее от мусора отберешь. Ну, да. Все. Вот он теплый. Пусть чуть-чуть полежит, остынет, оно нагревается. О, нет, это нормально совершенно. Нормально? Нормально. Ну, можно нагребать. Можно. А ну-ка, как нагребать будем? Потихонечку. Дым пошел. Я не ожидал. Я думал, она пополам перерубит хотя бы. Нет. Так это мы перейдем на него. А то его надо, этот горох, мочить дня три, чтобы разварить. Да почему? Я вчера замочил, а сегодня сварил. Да? Конечно. Ну я не мог. Ну, это... У тебя получилось, а у меня нет. Ну смотрите, а то я подумал, что он... Нет. Она мешок со всех сторон оттает. Я в руку взял, а чуть тепленькая. Прямо сразу можно вывести. Ну я сейчас один мешок посмотрел, как я сейчас уйду. Потом привезешь. Вот, я там застелил все он. Застелил, а отделил? Да, он. Потому что там у меня дробленка. Понятно. А ну то... все, Володя. Все, значит. Я ухожу. Это готовый. Может ему это поделиться с ним? А? Может с Андреем поделиться? Так, Андрей, тебе дать это? Я если возьму вот чуть-чуть только чеплышку. Ну, не черпнувши, мы тебе можем дать мешок провеянный. Да не, не надо. Не надо? Лучше везите, кто нуждается. Так у нас там 8 мешков, ну, намолотили. 8. Это собрали, где опрокинулся. 9. А? 9. Ну, 9 не полный, а на мусор скидать. И держи, иди. Ну, все, я пошел тогда. Тогда мы мешочек...